Да, я вообще против новеньких в нашей команде. У нас ведь только лучшие. А этот... новенький, дешевенький. Не выражайся, Бенни. Я не выражаюсь. Я просто выразительно говорю. И вообще, зачем нас тут всех собрали? Ну, я понимаю, формула 101. А здесь, по бездорожью, вообще не мой стиль. Это большая гонка, Бенни. Это большая гонка. И пляжный братан здесь. Спасибо, я все понял. Ты мне еще в прошлой гонке всю дорогу своей шляпой загораживал. Наверное, потому, что я еду впереди тебя. Потому и едешь впереди, что мне из-за твоей шляпы ничего не видно. Ну хватит, не ссорьтесь. Нас не за этим здесь собрали. А зачем? Потому что мы лучшие из лучших? Потому что у каждого из нас есть способности. Это ведь абсолютно новая гонка с новыми трассами. И только мы их сможем пройти. К тому же, нам придется испытать новые машины, а также заряды для этих машин. Вот это машины? Они ведь даже не праворульки. У них руль посередине. Я катался на таких. Кто-то из нас уже имеет опыт в этом деле. Рез будет в нашей команде, и каждому из нас придется ему помочь, потому как мы все должны дойти до конца. А я думал доехать. Кстати, Бенни, ты первый тренируешь новенького. Поезжай на трассу, мы тебя догоним. Ага, опять будете на мне свои штуки испытывать. Ну ты ведь у нас подопытный кролик. Я опытный. И не кролик, а заяц. И вообще, это костюм. Бронезащитный костюм. Ладно, парень. Увидимся на трассе. Так, Рез, смотри, ты настроился? Да, я готов. Давай еще раз пройдемся по главному. Это новая машина. Чтобы поехать налево, надо повернуть налево. Не умничай, Бенни. Кстати, слушаем, это всех касается. В этих машинах только один рычаг, тормоз. И он сейчас за рулем. Машина разгоняется автоматически. Машина, автомат? Машина, авто, газ. Здесь газ вместо мата. Ну хватит уже, Бенни. Ты почему еще здесь? Ты сказала, слушаем. Я и слушаю. Так, все ясно, Рез. А теперь попробуй заехать на этот холм, не сбив ни одной фруктовой повозки. Хорошо, попробую. А ты, Бенни, вперед на трассу. Ладно. Смотри, парень, если хоть одной морковки не досчитаюсь. Здорово! А ты неплохо управляешься с машиной. Ни одной повозки не снес. Ну да, мне даже понравилось. Ладно, давай попробуем что-то посложнее. Так, видишь там круглые пузырьки на дороге? Это такие бонусы. Проедешь по одному из них и получишь боевой заряд для своей машины. Давай попробуем. Бенни, наверное, где-то уже на трассе. Хорошо. Еду по пузырькам? Да, прямо по ним. Так, что у тебя там? Это твой первый заряд. Испробуй его. Ого, мощно! Впереди Бенни едет. Приготовься и стреляй. Эй, парень, если ты промажешь, я не обижусь. Ух ты, эта штука не слабо лупит. Не слабо, не слабо. А куда Бенни подевался? Не волнуйся, он скоро появится. Да как появится? Вон его машина пустая. А это? Это он?
Ничего себе! Здесь машины сами по себе ездят, без водителей. Да, здесь много чего происходит странного. А за Дэнни не переживай. Он цел и невредим. Думаю, будет с нами в следующей гонке. Кстати, она сейчас начнется. Ты готов? Тогда вперед. Вот он, Бенни. Бенни, привет. Ага. Ну что, Рез, готов? Давай проверим тебя на практике. Мы знаем о твоей способности, потому и взяли в нашу команду. Твоя способность всегда с тобой. Используй ее с умом. Итак, гонщики, готовы? Давай, Рез, посмотрим, на что ты способен. Хорошо, попробую. Бенни, ты как, цел? Я с тобой не разговариваю. Ладно, Бенни, не обижайся. Это что, ракеты? Ого, Джимми, ты мне колеса надул. А ты что, на спущенных ездишь? Прости, Джимми, я только проверил. Это действительно ракеты. Хорошие ракеты. Ух тышка! Да я только проверил. Это что за звук, Рез? Ничего себе. Я почему опять на трассе оказался? Что это было вообще? Рез, используй свою способность. Пара пустяков. Ребята, осторожно там, не обождитесь. Опа. Повороты лодочки на щечки. Все нормально, я живой. Хорошая езда. Думаю, ты готов к карьере и сможешь вести первый этап гонки. Главное, прояви способности, а там я тебе помогу. Чувствую, это будут увлекательные гонки на пляжных багги. Слышь, ух ты ж. Там, на трассе, когда этот новенький в меня выстрелил, я так подскочил, думал, все, прощай, моя морковь. И тут раз, я обратно на трассе оказался. Опять участвую в гонке вместе со всеми, представляешь? И ни капельки не больно, даже костюм целый. Как это может быть? Не знаю. Может, Лейла нам потом объяснит? Да, что-то странное творится на этих гонках. Кстати, о гонках, Бенни. Что еще за формула 101? Ну, там 101 участник. Ну да, а в формуле 1 один участник, да? Ха-ха-ха.